Тема экстремизма, алко- и наркозависимости среди молодежи с недавних пор стала одной из самых актуальных. Как бороться с подобными проблемами общества, эксперты ломают голову не первый год. И Казанский федеральный тому не исключение. Впервые в КФУ прошла школа психологии девиантного поведения. Для изучения этого вопроса в университет прибыли эксперты в области психологии, терапевты, а также органы власти. Стоит отметить, что участие в мастер-классах по психологии приняли не только студенты КФУ, магистры, но и молодые мамы, которым не безразлична детская психология. И вопрос возникновения девиантного поведения среди детей. Они поголовно открывают все сайты, сидят там. Мы не всегда можем знать, где они, в каком мире они живут на самом деле. Да? Одно дело, ребенка мы видим здесь, вот он мой, да? А где-то его мысли, они в другом мире, и отслеживать это очень-очень сложно. Примечательно, что школа девиантного поведения с каждым годом привлекает все больше и больше внимания. В этом году участие в школе приняли представители Казахстана, которые предоставили свои публикации. Анастасия Иванова, Руслан Нуразаев, Универньюз.